Я эту методику и тактику знаю. Она уже 10 лет как пытаются ее применить. Прежде всего те, кто за границей сидит. Точно вам говорю, это мне известно. Даже ищу так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом будут власти обвинять. Ну, там такой народ на все способный. Я без всякого привлечения говорю. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. И вот главная новость. В Москве убит известный политик Борис Немцов. По предварительным данным, к политику подъехал белый автомобиль. Прозвучали 4 выстрела из пистолета. От полученных ранений Немцов скончался. Все произошло в центре города на Большом Каменном мосту. Я эту методику и тактику знаю. Она уже 10 лет как пытаются ее применить. Прежде всего те, кто за границей сидит. Точно вам говорю, это мне известно. Даже ищу так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом будут власти обвинять. Ну, там такой народ на все способный. Я без всякого привлечения говорю. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. И вот главная новость. В Москве убит известный политик Борис Немцов. По предварительным данным, к политику подъехал белый автомобиль. Прозвучали 4 выстрела из пистолета. От полученных ранений Немцов скончался. Все произошло в центре города на Большом.